Как легко и быстро снимать видео для YouTube буквально с первого дубля. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель Академии видеомаркетинга. И в этом ролике я хочу вас познакомить с очень классным приспособлением, которое называется суфлер. Он позволяет действительно очень легко, быстро и вообще с первого дубля снимать видео для вашего YouTube канала. Вот мы сейчас находимся на их сайте, давайте посмотрим, что здесь есть. Ну, как вы видите, это фотография самого суфлера, он такой небольшой, компактный, подходит для камеры, и, насколько я знаю, у них даже есть переходники, можно приобрести для того, чтобы снимать с помощью данного суфлера на телефон. Давайте читать. Значит, снимай с первого дубля, даже если комплексуешь перед камерой. Вообще, что такое суфлер, да, вот как вы видите на картинке, как он работает? Ну, его используют на телевизионных каналах, в новостях. Наверняка вы видели, когда идут новости, и ведущая рассказывает, у нее все так красиво получается. Естественно, она не выучила этот текст, она смотрит в объектив на суфлер, и там бежит строчка, и она просто ее с выражением читает. То же самое и здесь, только в небольшом варианте. Здесь маленький суфлер, на телевидении они большие, такие коробки, да, а здесь вот прям совсем маленький. Можно носить с собой в любое место, брать там в путешествие, еще куда-то. Вот, то есть выглядит он вот так. Как работает, смотрите, здесь есть видео подробнее о суфлере. Вы сможете, я оставлю ссылку на этот сайт, посмотреть этот ролик, да, и посмотреть пример использования тоже, здесь есть видео. Но на самом деле все просто, вы скачиваете определенное приложение на смартфон, загружаете в это приложение свой текст, ставите суфлер на камеру и просто смотрите в камеру, читаете текст с выражением, и на видео получается, как будто бы вы вовсе не читаете, а именно сами рассказываете. Какие преимущества суфлера? Ну, вот тут написано, что он компактный, нет эффекта бегающих глаз, удобно брать с собой, он легкий, 200 грамм, позволяет крепить прямо на объектив камеры, текст не двоится, комфортное чтение, совместим со стабилизаторами, то есть другие суфлеры, они очень тяжелые, и, ну, то есть это вот то, что, о чем я говорила, да, комплектация, сумка для переноски, плюс 8 креплений для разных типов объектов. Так, отзывы клиентов я тоже, кстати, просматривала, много уже знаменитостей, знаменитых блогеров, телеведущие используют, да, вот этот небольшой суфлер, ну, потому что это действительно классно и удобно. Вот, по стоимости 9990, да, как вы видите, ну, здесь вот написано, что входит, это сам суфлер, это 8 переходных колец, сумка, чехол, микроволновая салфетка для чистки, вот, и дополнительно всегда можно приобрести, заказать переходник для экшн-камеры или и телефона, универсальные крепления на камеры без резьбы для светофильтра, дополнительные переходные кольца и запасное стекло, да, ну вот здесь мы видим на картинке, здесь можно полистать, посмотреть, да, как это выглядит, как это происходит. Ну, лично я считаю, для людей, которые только начинают снимать ролики на YouTube, и у них есть страх камеры, что они что-то забудут сказать, это вообще просто незаменимая вещь, когда ты просто включаешь камеру, смотришь в нее и читаешь текст, да, это очень удобно, на мой взгляд. И, кстати, по стоимости, я, честно сказать, решила посмотреть, есть ли китайские аналоги. Что мне еще понравилось, то что это российское производство. Вот, и китайские аналоги, да, есть. Они там стоят порядка 6-7 тысяч. Но это еще и ждать там, не знаю, месяц придется. А здесь вот можно буквально сразу за несколько дней уже получить такое классное приспособление, да, суфлер для съемок видео и уже начать записывать ролики действительно быстро, просто и вообще с одного, с первого дубля реально. Вот, вот рассказывается про приложение для телесуфлера, да, как установить и что это такое. Ну и вот даже можно получить скидку. Да, гарантия, доставка, и есть у них возможность
оптом еще покупать. И можно задать вопрос, если какой-то интересует. Ну что сказать? Я, честно сказать, была очень удивлена этой разработкой. И, на мой взгляд, это очень нужное для каждого блогера, особенно начинающего, особенно если вы там, не знаю, проводите, снимаете ролики какие-то такие более длинные, если вам сложно запоминать информацию, то, на мой взгляд, это вот очень крутая вещь. Прям я оставлю обязательно ссылку на нее в описании. Кому надо, ребята, приобретайте, пользуйтесь. Вот. На этом у меня все. Если было вам полезно, ставьте лайки. Обязательно делитесь с другими этим полезным видео, этой находкой. Просто я бы сказала, да? Обязательно забирайте мой отчет об эффективном использовании алгоритмов YouTube в правом верхнем углу. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И смотрите другие видео на моем канале. Вы сейчас видите их на экране. Ну а с вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока.